Спасибо. Дорогая геометрия. Что такое геометрия? В школе учили, что это наука мерить землю. Вот по-русски говоря, это наука правильно ее вспахивать. И я думаю, что геометрия занимается вспахиванием музыкальной целины после того, как стараниями масс-медиа и прочих замечательных объектов псевдокультуры наше сознание было приведено в состояние дикой заросли. Геометрия – одна из немногих фирм, которые пытаются с этим бороться и пашут целину музыкального сознания, пашут, борются с культурным геноцидом, который масс-медиа устраивают. И честь ей за это и хвала. Геометрия – это то, что держит нас на плаву, держит, позволяет держаться корней, стоять крепко на земле. В общем, геометрия – это геометрия. Спасибо, ребята, те, кто в геометрии, за стойкость, за мужество в продвижении своих идей. И сегодняшний концерт просто замечательная такая атмосфера сегодня. Я вот слушал один из лучших концертов, который вообще в наше время можно себе представить. Сегодня заявлен. Итак, спасибо, геометрия. С днем рождения. Сегодня я выступаю вместе со своими друзьями. Заявлена группа «Сахмаров Бэнд», но на самом деле это группа «Зерна» во главе с Анатолием Погодаевым. Это, в принципе, одна... В общность такую большую. Да, мы все выросли в одну общность, поэтому сегодня будут песни мои, Анатолия Погодаева, группы «Зерна». Мы хотим, чтобы всем было хорошо на свете. Очень символично, да, в смысле хлеб, зерна, сакма, вот, совсем, можно сказать, даже наверняка и, возможно, записанный нами альбом в этом году будет на геометрии. Вот, мы еще раз поздравляем геометрию. С днем рождения!